Поэтому в концепции общественной безопасности, вот то, что называется экономикой, называется вот как, более точно, если наделить четкой мерой. Это воспроизводство поколений в их связи с воспроизводством и накоплением материальных и нематериальных продуктов, производимых в общественном объединении труда. В этом процессе воспроизводства поколений протекает жизнь вот нашей технократической цивилизации. И содержание народно-хозяйственных вопросов жизнеречения – это видение, понимание, описание причинно-следственных связей в так называемой экономике. Вот это понятие гораздо шире, чем круг интересов традиционных экономических наук. Почему? Потому что традиционные экономические науки избегают рассматривать процесс воспроизводства поколений в биосфере.